В Гродненской области идет расследование справы по факте травмирования на працовном месте работникам Новогрузского лясгаса. 29 липня мужчина у складе бригады был накированы у Карельский район для ликвидации наступства у непогоди, где и отбылся несчастный выпадок. Была направлена бригада работников Новогрудского лесхоза с целью уборки поваленного дерева с проезжей части. Бригада приступила к работе. В процессе распиловки этого дерева и удаления его с проезжей части опять произошел порыв ветра и упало еще одно дерево. Дерево упало, к сожалению, на работника, который выполнял работы по расчистке проезжей части. По предварительным данным, работник получил перелом ноги. Степень тяжести данной травмы пока еще не знаем, заключения нет. Но в любом случае это несчастный случай на производстве. Расследование будет проводиться в соответствии с правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства данного несчастного случая и определены причины. Хочу сказать, что в таких условиях, если бы производилась валка леса в штатном порядке, то, вероятнее всего, это было бы нарушение нанимателем в связи с тем, что при силе ветра и порывах ветра более 15 метров в секунду валка леса не допускается. Но в данном случае конкретно мы можем говорить о ликвидации последствий аварии. Поэтому дать полную оценку действиям нанимателя и соблюдению необходимых мер безопасности можно будет только по окончании расследования.